Знаете, есть такая присказка, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А вы, как сами считаете, вы совершали ошибки политического характера? Ну, вот сегодня я вот как раз бегал, вот клянусь, я бегал, думал, вот почему народ такой там всегда ищет ошибок там тех людей, которые днем и ночью ради них служат. Будь он министр федеральный, там, или президент, или парламент, депутат. Вот все ищут недостатки. Вот мало кто вот сидит в соцсетях там, вот, и говорит о его хороших качествах. Вот если там сразу вот, что-то не так получилось, вот, или его президент поругал, или сделал замечание, все радуются, все пишут, о, какой там... там был такой серьезный разговор, как его он это. Нет, вы там, представьте, вот если мне сказать, чтобы я работал в правительстве Российской Федерации, это убийственно. У них абсолютно личной жизни нету. Сколько перелетов, сколько совещаний, сколько объем работы. Это просто невероятный объем работы. И столько работают главы субъектов, большинство, я имею в виду, которых я знаю днем и ночью ради государства, ради народа. И когда что-то там не то сделал, сразу салам алейкум, его убивают. Конечно, вот, я недоработки свои вижу, когда проходит время. Ну, ошибок таких, я считаю, что я не допускал бы. Ну, были недоработки там. Вот, если вот подумать сейчас о каких-то элитных там вопросов, я поступил бы по-другому чуть-чуть. Ну, ошибка учится. Правильно, как говорится.